327 номер. Вот сильнейший забег. Ну, буквально через несколько минут определится победитель. Ну, к сожалению, вот нет Валентина Смирнова. Он четырежды выигрывал чемпионат России на этой дистанции. Зимой не выступает. Никитин в 2017 побеждал. Ну, вот два, по крайней мере, чемпиона прошлых лет, Плохотников и Николаев, присутствуют на дорожке. Ну, Плохотников лишили его серебра на дистанции 3000 метров брата Рыбакова. Но, может, здесь надо реабилитироваться, и он сразу же вышел вперед. И Роман Троценко на второй позиции. Да, Павел сразу бег. Ну, вот посмотрим тактически, ну, что он, это он, будет. Собственно, прекрасный стиплечизист в прошлом году. Стал победителем чемпионата России, в общем-то, по 8.24, там, несколько раз бежал. Ну, вот из 60 секунд первый круг. То есть он умеет в одиночку, умеет лидировать и любит лидировать. И, в принципе, молодец. Кунс на третьей позиции сейчас держится. Ну, сразу здесь чувствуется темп, то все-таки гораздо, побежали, гораздо да, быстрее. Побежали, ребята. Поживее, поактивнее. То есть нужен человек, который хочет пробежать. Начать дистанцию. Константин это делает. Ну, вот из 1.30, надеюсь, 600 метров. Ну, вот даже внешне растянулся, как сильный забег. То есть это всегда в связи с того, что хорошее. Хорошая скорость. Но Плохотников отмеряет пока метры дистанции. Вот заканчивает 800 метров. Ну, тоже, надеюсь, из двух минут будет. Похоже на то, да. 1.59. Тренера, как правило, стоят на той половине. Все кричат, подсказывают своим ученикам, что делать по дистанции. Вот небольшой отрыв даже сделал сейчас от Романа Троценко. Ну, вот Кунс, если хочешь что-то сделать, надо все-таки передвигаться, да, обходить. Да, пошел, и пошел, брешь закрывать пошел. Это. Сейчас, конечно, на вираж 2.29. Пойдет, но я думаю, что даже комфортно ему так. Вот, молодец. Вот. Переместился на вторую позицию. Вот Евгений Кунс вышел на вторую позицию. Также спортсмен, который имеет высокий результат и на 1500 метров, и 3000 метров. Здесь неплохо пробежал, да и пятерка у него. То есть тоже разносторонний бегун. Но такое впечатление, подустал Константин. Посмотрите, подтянулись. То растянул, был растянутая группа, а сейчас вот какие-то перемещения делают, да, ускорение. Да. И 1200 уже 3.0. То есть вот эти хуже 30 секунд очередной. Очередной круг, и с этим как раз и связано то, что подтянулись. Но Плохотников совершенно не сдался, еще добавляет. Хотя вот сзади преследовали, прямо-таки наседают на него. Ой, один из спортсменов ошибся. Ой-ой-ой, и финишировал. А еще целый круг, это Владимир Попов, как обидно. И вот тройка Плохотников, Куц и Горин выходят сейчас на финишную прямую. Плохотников по-прежнему впереди. Ну, удастся что-то сделать с обеих. Горин пытается, Горин, да, но да, только да, на второе терпи, место терпи, оно выходит. И Плохотников молодец. Он зря бросил, кстати. Заслуженно очень победил. Очень зря бросил. Еще буквально метр бы, ну, и да, могли бы настичь. И 3.44.70.